В этом году благоустройство дворовых территорий провели за счет республиканской программы «Дорожная карта занятости». Она направлена на трудоустройство безработных граждан и ремонт социальных объектов. Сейчас в областном центре насчитывается порядка 500 дворов. 11 из них были отремонтированы в этом году. На следующий год мы запланировали благоустройство 19 дворов. В текущем году мы разрабатываем 19 ПСД. И на уточнение мы дополнительно будем запрашивать средства для благоустройства этих дворов на следующий год. А также для жителей города мы планируем старые наши скверы по городу обновить. То есть для этого тоже мы разрабатываем ПСД в текущем году. И надеюсь, в следующем году наши старые скверы обретут новый облик. Подрядные организации отметили, что некоторые проблемы возникали с финансированием работ. Выплаты из республиканского бюджета на реализацию программы «Дорожная карта занятости» поступили поздно. Также были проблемы с битумом. Его приходилось в буквальном смысле добывать различными путями. Все 7 дворов полноценно завершили по проекту. Ну, естественно, там бывает по просьбе жильцам. Мы еще дополнительные от своей фирмы делали что-то, старые инвентарии отремонтировали, покрасили. Потом дорожки, где не было в проекте, или тому или иное место, мы делали опять за счет своей компании. А так дворы все отлично, все сделано. Детские площадки, футбольное поле, где дворы позволяют места, объем позволяет места. Там по проекту, значит, было и футбольное поле, ну, спортивный комплекс поставили. Отметим, что в Уральске по системе «Безопасный двор» установили 340 видеокамер наружного наблюдения. Также во дворах появилось энергосберегающее освещение. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42.